Как оказалось, маскартоки ставят свои постройки по месту, где проходит лава. Эти пути можно назвать венами планеты. Лаве некуда деваться, и происходит выброс, который превращается в воздух. Команда предложила Масику, Карику и Таковику рассказать жителям планеты о проблеме. Маскартоки сразу кинулись убирать постройки, но их было так много, что жителям стало грустно. Но команда начала помогать, и тогда это закончилось очень быстро. Кратеры не производили выбросы, и растения не погибали. Маскартоки поблагодарили команду и подарили в награду множество полезных ископаемых. Она улетела обратно на Землю. А почему кратеры перестали делать выбросы? Ну, потому что убрали постройки, через которые проходила лава. Давление там происходило. Ну да, давления не было. Ну, спасибо, хороший день. Воздух у тебя. Воздух обязательно мы учтем. Ну, кто хочет сейчас? Ты хочешь больше всех, да? У меня вот там... Ну, куда-нибудь пристегни. У меня там... Меня зовут Даша. Давай, Даша. Я когда буду читать фразы «нептянин», я их буду переводить. Хорошо, давай. Ох уж эти нептуняне. Тревога, тревога! Нептун от избытка мусора взорвется. Нужно что-то делать. Ну что? На МКС переполох. Тигора, Тигора! Ну пенту будка и ссора, бубух! А, дело, ну что? На Нептуне переполох. Тревога, тревога! Нептун от избытка мусора взорвется. А, нужно что-то делать, ну что? Тем временем от МКС уже летят спасатели.